тут и я. Стало сегодня как свобода. Спортсменка. Боже, как красиво. Ну, успокойся, говорю. Всем привет, друзья мои! Воскресенье! Как у вас настроение, мои дорогие? У нас сегодня солнышко и очень сильный ветер. Знаете, что этот ветер сделал? Поломал мой цветочек. Вот этот такой цветок у меня был здесь, стоял, упал. И я, видите, сразу же в землю посадила. Пустой тут горшочек, цветочек. Испортился, не знаю, нету. Ну, в общем, вот так думаю, что приживется, да? Полила цветочки свои. Полила цветочки. Ну, а это я не понимаю. Вот гвоздика, да? Я когда их, вот, видите, выбрасывать надо. Портятся они как-то странно. Я же что подрезала, думала, корни пустят. Не знаю. Все повысыхали. Один день надо заняться этим. Сейчас нет настроения. Потому что холодина. Не, на солнце так приятно, на солнышке. На солнышке приятно. Какие планы у меня сегодня? У меня сегодня планы отдыхать, рисовать. Я вчера нарисовала 2 рисунка. Сегодня у меня и вчера для себя буду рисовать. Ой, посмотрите, какой шквал. Посмотрите. Посмотрите, вы видите? Думаю, может привязать мне как-то цветы сейчас сюда. Да? Как вы думаете? Точно. Я сейчас привяжу их, цветочки. Вот и все дело сделано. Я такая довольна, эти 2 дня просыпаюсь, первым долгом иду и начинаю с массажа. Так что все отлично. Решили мы выйти с Ашкемом на базар. Сейчас сняли деньги с карты, идем. Потому что завтра намечают плохую погоду. И здесь намного мне нравится качество. Конечно, и там тоже хорошо, но здесь помидоры хорошие. Так что мы, друзья, идем с Ашкой и мамашкой. Такая у нас погода, вроде бы солнышко, но холодно. Мне пришлось даже капюшончик одеть. Ветер порывами срывает все. Ну, спасибо Вселенной за то, что такая погода. Не вижу ничего. Хоть воздухом подышим. Хочу сорвать. Это, знаете, женщины там срывали эти цитрусы. Они такие сочные. Просто для сока. Это же все полезно. Вред не принесет. Рынок. Рыбный базар. Рыбный. Как всегда, кокуйор. Пашкин, не кадарор, да, баклязин, балык. Тарафтанги ты берешь, а ладжасу. Дильмы. Хады. Хады, хады, бакаджасный базар давай. Хады. Решили все-таки пойти на базар. Посмотреть рыбку. Турк сомон варми сизе? Никогда. Ни черинде гирмек, ни гаек. Смотрите, говорит, есть турецкий самон. Сейчас спросим цену. Я все-таки, знаете, какую хочу? С икрой, поэтому еще.
цены не пишут. 70. Короче, мы посмотрели, что рыба без икры, поэтому мы ее не купили. Мы нашли такое дерево, что тут все близко. Мы тоже сорвем. Суйчи джес. Сок попьем. Если все срывают, значит это хорошо. Кешкес херкес дёрлара, льёрлар удаиё заптан. Биздала джес. Гюзель. Посмотрите, сколько много, такие сочные. Так, пришли мы на базар, 6 лир уже килограмм. 3 лиры, 10 кило. Вот такие узлины, видите, с маслом. Долины. Холодно. Мерзнут. Ну, много людей. В общем, друзья мои, вот такой базар. Я выключаюсь. Вот такие зеленые бананы стоят 10 лир. Сегодня вот авокадо по 30 лир. Апельсины 4 лиры. Там что там, портокалы 5 написано. 4 лимоны. 25 лир. Лимонный кадар? И кибучок. 2,5. Ну, в общем, я купила себе килограмм. О, какой лимон большой, смотрите. Маслины взяли, какое-то лекарство. В общем, продолжаем. Алишвериш. Пришли мы домой. Было мало ассортимента, но что было, то и купили. Сейчас, мои дорогие. Так, будем разгружать с вами. Друзья мои, купили килограмм абрикосов. Смотрите, такие абрикосы стоят 30 лир килограмм. Есть и по 50, они вкусные, черные. Можно есть. Такой сорт. Купили мы, значит, портукал Вашингтоны по 2,5. Были по 4, но вот купили по 2,5. Лимоны обалденные, 2 лиры. Так, купили такие вот помидорчики, черри. Ну, какие вкусные абрикосы, тащусь просто. Значит, они 10 лир килограмм. Посмотрите. Ну, полкило. Полкило. Так, что мы еще купили? Купили вот такие яблочки, очень мне понравилось. 10 лир килограмм. Вы знаете, что это вместо конфеток? Конфетки у меня уже закончились. Поэтому, когда захочется сладенькое, это можно поесть, это не во вред. Но смотрите, 10 лир. Я бы могла на эту сумму купить 2 кило свежих, да? Ну, не сообразила же. Как они умеют уговорить, когда продают, а? Вы понимаете, сейчас до меня дошло. Я бы купила 2 кило яблок по 5 лир. Ну вот... Думала 10, а как дешево, когда другое 70, 50, 30. Настоящие продавцы. Огурцы сегодня по 10 лир килограмм. И вот мы купили также кабачок, я купила себе. Кабачок. А также вот они уговорили меня купить сливу. Вот это пакетик стоит 10 лир. Вот. Ну... Так, покажу вам, я купила, значит. Так, не я купила, мы купили. Авокадо, 1, 2, 3, 4, 5. Мне дали на 20 лир. Вот это такой он. Эти уже спелые. Спелые, да? Это не совсем спелые. А этот вообще зеленый. Ну вот такой он. Ничего страшного. 20 лир, 5 штук. Это отлично. Отлично. Так, и что мы еще взяли? Ага.
Камьон, я сказала опять. Камьон, это в переводе с турецкого значит грузовик. Опять я покупала грузовик. 6 лир вот это вот стоит. Вот это какое-то лекарство мой муж купил. 30 лир заплатил. Не знаю, для чего это лекарство, что это такое. Фуф, оно на масле. Масло. Посмотрим. Придет, спрошу у него, что это за лекарство. Ну и купили маслины. Зеленые. 25 лир килограмм. Сейчас я это все распакую. Там он 100 лир дал. И сейчас покажу вам, сколько мы нарвали себе этих цитрусов. Спонсор моего канала – онлайн-платформа Gigos. Посмотрите, какая сумища. Сколько нарвали мы. Сейчас я это в миску и на балкон. Очень много сока, они сочные такие. Людей было полно, которые срывали их. Ну вот наши вот эти покупочки. Я не знаю сколько, 250 лир потратил мой муж. Вы представляете, вот это все дорогое. И вот это вот. Ну вот, тут 100 лир он отдал на это. Это 25 лир килограмма, а это полкило. А еще же он купил там авокадо. Ну вот деньги как идут в Турции.